Привет! С вами команда Информсектора. Сегодня мы проведем опрос к приближающемуся Дню Матери. В России принято его отмечать... Сама не знает. В России этот праздник принято отмечать в последнее воскресенье ноября. А знают ли об этом наши студенты? Поехали! Ищем первую жертву. Итак, идем. Ребята, можно вам задать вопрос? Как называется штука, с помощью которой делают селфи? Селфи-палка. 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 Можно вам задать вопрос? Как называется штука, с помощью которой делают селфи? Монопод. Селфи-палк. Монопод. Не знаю. Селфи-палк. Палка для селфи. А как мы фоткаем? Ну, вот так. Селфи-палка. Монопод. Айфон. Селфи-палка. Монопод. Когда День Матери? 27 ноября, по-моему. Последнее воскресенье ноября. Молодец, дай пятюю. А вот этого не знаю, честно. А, нет, когда День Матери, я, к сожалению, не сплю. А когда День Матери? 8-го какого-то, нет? Ну, я так сразу не скажу, но думаю, что скоро. День Матери, я знаю, что в ноябре. День Матери? Точно дату не скажу. Не знаю. Ну, примерно. Вообще, честно говоря. Последнее воскресенье ноября. Петюню. Спасибо. Нет, а маме стишок? Я уже сама мама. Ну, вот, это ваш праздник. Я привыкла, что мне рассказывают. А вас поздравляют? Да, конечно, дочка поздравляет. Дочка, сколько дочки? 9. Ну, какая дочка уже большая. Мы тогда поздравляем. Спасибо. С наступающим праздником. Спасибо. Спасибо вам. В декабре. Без понятия. 8 сентября, кажется. Последнее воскресенье ноября. Что ж, видимо, все знают, что такое селфи-палка, но не знают, когда День Матери. Давайте в этот день подойдем к нашим мамам, обнимем их, улыбнемся искренне, подарим букет цветов, покажем свою любовь. С вами была команда Информсектора. Пока! А, стоп! Не забудь поставить нам лайки, подписаться в соцсетях. Все есть внизу в описании. Ну, теперь уж точно пока. Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. Я большому кораблю дам название мама. Песенка. Какую? Моя мама лучшая на свете. И дальше я не помню. Давайте. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Опа!